Привіт! Мене звати Катя, я лідер Еммануїл Єлюз. Знаєте, я дійсно дуже вдячна Богу за те, що знаходжуся саме на цьому місці, за нашу команду і за нашого молодіжного пастора. Він є тим, хто взяв на себе відповідальність за рук просто ну, по по всій Україні. Має чудове почуття гумору, а також слово саме для всіх вас. Витаимо Андрей Марков! Давайте еще раз воздадим нашему Богу все славу. Аминь. А, а давайте теперь по-настоящему очень громко, чтобы все слышали вокруг, что вы любите своего Бога. А? О! О, большое спасибо каждому, кто приехал и с разных областей. Еще не все приехали. Я очень благодарен тем, кто решил утром приехать. Это очень круто. Спасибо вам большое. Для нас это новая, знаешь, экспириенс, когда мы делаем конференцию с самого утра. Да, звучит странно, но это правда. Но я рад вас видеть. Повернись к своему соседу и скажи, послушай, я не знаю, откуда ты приехал. Или если знаю, то сделай, вид, что не знаю, шучу. А, скажи, я рад тебя видеть. Классно, что ты здесь, на этом месте. А, слушай, а классная футболка мне нравится. Скажи, где купил. А, у тебя такая крутая прическа, я тебе серьезно говорю. У -у -у. Давай, повернись, буквально пусть 5-6 человек. Они, они просто услышат хороший комплимент от тебя сегодня, потому что сегодня а, классный день. Знаете почему? Потому что этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Шучу. Но это правда. Я хочу буквально перед тем, как начну что-нибудь говорить, я хочу, чтобы мы с вами услышали пару интересных объявлений. Если вы еще не в телеграм-канале этой конференции, я вас очень сильно Uh, прошу, ну просто добавьтесь. Uh, добавьтесь, потому что будет много всего интересного. Может быть, вы найдете фотографию себя там. Может быть, будет еще какие-то интересные вещи. Uh, сразу говорю. У нас будет определенный интерактив а, с вашими девайсами и с ток-шоу, которое будет здесь. Поэтому если у вас не будет телеграм-канала, вы не сможете участвовать в этом интерактиве. А, если у вас нет телеграма, просто подойдите кому-то из лидеров, вам помогут, установят, все нормально. А если нет, ну ничего страшного, но желательно добавиться. А у нас будет насыщенные два дня. Тони уже здесь, мы вчера с ним провели время, общались. Знаешь, он, он очень сильно так вдохновен. Он каждый раз мне говорит, слушай, я приезжаю к вам, и я понимаю, что это круто, когда можно служить молодежи в Украине сейчас и здесь. Можно говорить свежее слово, можно подсказывать своим опытом и своими знаниями. Поэтому я вас прошу, давайте, когда будет наш гость здесь, мы будем хорошо его так поддерживать. Давайте, давайте потренируемся. Раз, два, три. Во! Вот так, да. Молодцы. Я скажу, что для него это большая жертва в каком плане. Вчера у него был день рождения, чтобы вы понимали, да? И вчера он прилетел в Украину, и это очень круто. Поэтому, ребят, подписывайтесь на Инстаграм, на Телеграм, покупайте кофе, общайтесь с друг с другом. Потому что молодежная конференция, давайте будем честно, это для того, чтобы что сделать, познакомиться с друг с другом, и сразу атмосфера накалилась, такие, сразу сколько молодых супругов находили будущее свои половинки именно на конференции. Кто нашел на конференции свою супругу? Никто. Ей, что ж такое? Хорошо, я подниму честно. Я увидел свою супругу на конференции, я вам серьезно говорю. А потом, а потом захотелось дальше общаться и пошла, поехала. Поэтому, может быть, это хорошая возможность для вас. Может быть, ты сюда приехал для того, чтобы получить от Бога какое-то слово, обновление. Или, может быть, просто хорошо провести это время в начале такого нашего учебного и рабочего года. А, не уйди сюда пустым. Я не имею в виду, моя стандартная шутка, я не имею в виду с кошельком твоего соседа. Я имею в виду, не уйди отсюда пустым, без Божьего Слова. Не оди... Повернись к своему соседу и скажи, послушай, не уйди, не уедет отсюда пустым. Возьми что-то для себя, возьми что-то для себя. Хорошо, давайте мы возьмем а, наши Библии в наши руки. Если у вас электронная Библия, ничего страшного, возьмите свою электронную Библию. У меня электронная Библия, я не на телефон молюсь, все нормально. А давайте мы возьмем свою Библию и скажем, Иисус, это твое слово, которое сильно изменит мою жизнь и сделает меня победителем во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Скажи, я победитель. Скажи, я победитель. Скажи, я победитель. Даже если я этого не чувствую, скажи, я победитель. Аллилуйя. Слава Богу, тут столько много победителей. Оооо. А давайте теперь по областям. Я шучу, не будем мы так делать. Все равно Киев будет громче шуметь. Не, я шучу. Западная Украина, я думаю, будет громче шуметь. Да, Западная Украина? Слава тебе, Иисус. Но мы этого делать не будем. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня взяли немножко слова. Знаешь, на этой конференции я очень я молился, думал, что взять, вот какую вот тему взять такую, чтобы было актуально для молодежи с утра, когда они еще приехали с поездов, с автобусов и так далее и тому подобное, они уставшие, они выпали вкусного кофе у Димы, а потом такие подошли сюда и думают, ну давай, вещай. Знаешь, так глаз немножко закрытый, один открытый. И знаешь, я подумал, что я хочу говорить сегодня о, о прославлении. Мы проповедуем уже как три недели на нашем молодежном служении о прославлении. И это очень серьезная тема. Кто любит музыку? Ребят, кто любит музыку? Я думаю, многие из вас любят музыку. Кто любит прославление и поклонение? Ребят, я думаю, что многие, да? А я думаю, это актуально будет для, для нас немножко услышать Божьего Слова. Аминь. Знаешь, я с 16 лет я участвую в командах прославления, был в разных командах прославления, был и под лидерами, был и лидером, был и возле лидера, и сзади лидера, не знаю, как, что, где еще. Я был везде, где только можно было быть, на прославлении. Я, я был звукооператором, я был и, и гитаристом, и пианистом. Единственное, что я не был барабанщиком. Барабанщики, извините, пожалуйста. Но не получилось с этим. Но знаешь, я хочу сказать, что для меня всегда прославление это что-то особенное. Скажи, прославление это особенное. Скажи, особенное. Давайте скажем громче. Особенное. Скажи, особенное. Скажи, особенное. Нет, ну подожди. Я не уверен, что это особенное для меня. Скажи просто особенное. Скажи, особенное. А знаете почему? У меня микрофон и правило такое. Если я говорю, вы повторяете. Но это все шутки. Вы не воспринимайте всерьез. Я просто шучу. Я скажу, что для меня прославление это нечто очень близкое. Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как прославление как стиль жизни. Это была моя первая проповедь с этой серии проповедей. И я верю, что это очень важно. Это важно. Прославление как образ жизни. Это как стиль жизни. Um... Все Всем знакома такая простая мысль или идея, что мы рисуем сами себе саундтрек для нашей жизни. Скажи, а ты когда-нибудь шел по улице? Вот, вот я думаю, что молодежь, вы слышали эту проповедь с Киева. Просто поддерживайте, окей, вы делаете вид, что это новое что-то для вас. Может быть, Бог сейчас откроет что-то по-другому. А, но я хочу сказать вам, что так часто мы шли просто по улице, мы ехали где-то в машине или в транспорте, и у нас звучала музыка в наушниках. У кого такое было? Знаешь, и ты каждый раз, как в фильмах, знаешь, ты идешь, и у тебя музыка на заднем плане, и ты такой идешь довольный, рисуешь себе картинку, думаешь, как все круто. А знаешь почему? Потому что ты любишь музыку. Если люди вокруг тебя говорят, что я не люблю музыку, они просто врут. У -у -у. Хорошо, давайте еще раз. Послушай, я не верю, что есть люди, которые не любят музыку. Я верю, что музыка это часть нас. Знаешь, если мы возьмем Бога... Он очень много определял вообще вот внимание словам. Он постоянно говорит, и в Писании очень много мы видим, он даже назвал это Божьим слово. мы говорим, да? Мы знаем, что он создал мир одним лишь словом. Я хочу тебе сказать, что так же самое, как слово, Бог очень сильно дорожит мелодией. Скажи мелодией, скажи музыкой. Потому что, когда ты начинаешь слышать музыку, в твоей жизни все начинает меняться. Кто знает, когда вы включаете видео и делаете на видео звук вот так вот, то восприятие вашего, ва ваше восприятие этого видео становится совсем другим. Знаешь, ты смотришь такой крутой ролик, и ты смотришь такие, как у нас там ребята снимали, где все бегут, да, так все круто, классно, и ролик такой ду -ду, интенсивный, ты прям чувствуешь, воу, 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 классно, качает. А ты возьми в этом ролике и просто убери звук. Будет просто какие-то ребята бегут по какому-то непонятной локации, сверху летит непонятный дрон, снимает, для чего они это делают, почему этот звук, почему нет ничего, почему тишина. Это когда ты включаешь клип какого-то светского исполнителя, выключаешь музыку, и ты видишь, что происходит в клипе, когда они танцуют и что-то делают. Это очень странно выглядит, я вам серьезно говорю. Но я хочу тебе сказать, что Бог создал звуки, Бог создал музыку. Знаешь для чего? Чтобы твоя жизнь становилась красочней, скажи красочней, скажи ярче, чтобы моя жизнь наполнялась красками. Скажи, моя жизнь наполненная красками. И когда ты начинаешь слышать музыку во всем, знаешь, ты выходишь на улицу, ты слышишь, как начинает ветер, еле-еле он начинает так шуметь, знаешь. И ты слышишь этот звук, оно тебя умиротворяет. Когда ты находишься на море, ты слышишь вот эти волны, которые прибивают. Послушай, я хочу сейчас этим всем тебе сказать очень простую мысль. Бог создал звуки, Бог создал музыку. И раз он создал звуки и музыку, и он сопровождает всю нашу жизнь звукой, звуками и музыкой все создание планеты звукой и музыкой может быть, если он это делает, то музыка и звуки – это важно. Послушай, я хочу тебе сказать, что иногда, мы кажется, для нас это все так обыденно. Я взял мелодию, я включил Elevation в своих наушниках, я иду, I see you move, и просто пою. Да, классная история, все. Потом через 20 раз, как я ее прослушал, я просто ее проглатываю. Музыка уходит. Знаешь, иногда мы относимся к прославлению и к поклонению, как к чему-то такому, что, знаешь, вот оно сейчас есть, мы просто послушаем, как хороший саундтрек, и потом пройдем дальше, и пойдем дальше. Забудем о ней, не будем давать какого-то значения или вкладывать значение в эту музыку. Но сегодня мы говорим с вами о чем? О прославлении. Скажи, я сегодня буду слышать о прославлении. Скажи, я сегодня буду слышать о прославлении. Я хочу сказать, что Бог, Он настолько... Он настолько любил музыку, и знаешь, вот, вот часто кто, кто из вас вот вырос в церкви, кто, кто, из вас слышал очень много о о том, что на небесах будет хор, и, и этот хор он будет прославлять, и он прославляет сейчас, и он будет прославлять вечно. Вы думаете, вот, вот, вот представляли вы хотя бы на секунду, как это будет выглядеть? Знаешь, я как, вот я вернулся в 16 лет, у меня была такая, ну, средняя дорожка. Я не скажу, что я ушел во все тяжкие, но было, были проблемы. И я когда вернулся к Богу, я вернулся в церковь, я хочу тебе сказать, что у меня был определенный такой, знаешь, диссонанс, у меня была разница. Я не, я не понимал, почему Богу так нравится, чтобы возле Него стоял хор, и этот хор Ему пел. Что с нашим Богом не так? Знаешь, я представлял себе картину, как такой старый дедушка, он сидит на своем троне, вот приблизительно вот так вот. что-то. И он так стоит такой, ну что там, какая сегодня? 21-й, давайте, писал ребятки. Э -э, Валера, ты, ты немножко ложаешь. Давай повыше. Не, а вот ты. Послушай, иногда я, приств... и вот реально ты начинаешь думать, а как, я не хочу так сильно всю свою, буд... всю, всю свою вечную жизнь провести, я не хочу просто стоять в хоре и петь. И я думаю, вау, зачем мне такой Бог нужен, которому так сильно нужно, чтобы большая толпа uh, его создания, она просто стояла и начала петь. Знаешь, выглядит, как будто Бог какой-то маньяк. Но это неправильное представление этой ситуации. Потому что когда ты начинаешь представлять Бога как того, который любит просто музыку, которому просто нравится, когда стоит сзади хор и поет, как будто ему нравится все это, знаешь, я тебе хочу сказать, а ему не просто это нравится. И когда ты начнешь это понимать, это раскроет понимание прославления и хвалы в твоей жизни. Ему это не просто нравится, это его сущность. Ты меня слышишь? И человек скажет, что это его сущность. Когда он это делает, он не делает, вот, вот я показывал, дайте только что картину, он не делает это так, он находится там. Он и есть все это. Музыка, она проистекает. Помнишь, мы в если ты начинаешь, начинаешь читать место списания, ты видишь, что говоришь, что жизнь, истоки жизни, они будут проистекать из чрева. Послушай, Через Бога так же сама проистекает жизнь, когда Он начинает воспроизводить музыку в хвале, в поклонении со своим хором. Они становятся, знаешь, чем одним, скажи одним, скажи одним. Да, я понимаю, что сейчас я не хочу говорить какие-то теологические глубокие вещи. Я сегодня хочу говорить о хвале, о твоем отношении к прославлению и к поклонению, потому что мы приезжаем на молодежное служение с чем, на молодежную конференцию с чем с ожиданиями. Ты приехал с ожиданиями. Я не знаю, как ты можешь поднимать, не поднимать руку. Я стою тут с ожиданиями. Это уже не, даже не десятая конференция в моей жизни, которую я организовываю, но я все равно с ожиданиями очень сильными, потому что я вижу, как Бог начинает двигаться. Знаешь, мне очень понравилось, когда мы были у ребят в лагере, это было круто на Западной Украине, как столько молодых людей, они стояли в этой палатке, они прославляли Бога, все разные стили музыки. Это было особенно, мы прыгали, танцевали, это было круто, я не знаю, как всем. Знаешь, когда мы приехали в Бобринец, мы увидели действительно, как молодые люди, они начинают тоже зажигаться, танцевать, прыгать, радоваться, поклоняться, нести Божье Слово. Знаешь, я хочу говорить сегодня о хвале. Скажи, я услышу сегодня о хвале. Я хочу говорить о том, что это важно. Я хочу сказать, что если сущность Бога, это хвала и поклонение. Если сущность Бога – это музыка, то это является и твоей сущностью тоже. Повернись к своему седу и скажи, послушай, хвала и поклонение, неважно, как ты поешь и что ты делаешь, это твоя сущность. Скажи, это твоя сущность. Послушай, скажи, это заложено Богом в тебя, в твою жизнь, это заложено Богом. Хвала и поклонение. Но я не буду петь, ты чего, Андрей? У меня голос не тот, мне сказали, что я не, я не умею петь, я не буду, я просто постою похлопаю. Я хочу сказать тебе, что прекрати думать о том, что ты делаешь во время хвалы, прекрати думать о том, что как я спою, если человек, вот кто знает эту ситуацию, когда ты стоял возле человека и начинал петь, и думаешь, так, я знаю, что человек может меня услышать, песня хорошо подходит под тональность мою, я сейчас спою, и все, и человек такой, типа, поворачивайся к тебе, ну ты помазанный. Красав, тебе надо быть здесь. <laughs> Это все с этим хорошо. Но я хочу, я хочу говорить о том, что это, это особое, это личное, это часть тебя, это твоя сущность. Скажи, это моя сущность. И когда это твоя сущность, ты не будешь стараться спеть как можно красивее, когда ты стоишь во время хвалы. Ты не будешь считать овечек в своей голове и думать о том, что, о нет, я забыл выйти с аккаунта в моем PS2, PS4. Теперь мой младший брат это сделает вместо меня. Он купит то, что мне не нужно. Я забыл выйти со своего Инстаграма с чужого телефона. Нет! чайник, ой-ой-ой, я забыл про чайник. Ты будешь стоять и понимать, что сущность Бога и твоя сущность – это поклонение и это хвала. Знаешь, я хочу немножко дальше пойти сейчас по этому поводу, мы будем с вами говорить. Есть много мест в Писании хвалей, если я начну сейчас их перечитывать, это будет целый, 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 целый ряд. Вы можете взять и псалмы, и можете взять многие вещи с Нового Завета. Особенно наше самое любимое, что истинные поклонники, они поклоняются Богу в чем? В духе и в истине. Знаете, я сегодня хочу сфокусировать вас на определенное ожидание от хвалы. Я хочу, чтобы ты понял, что не от группы прославления зависит, какая будет хвала сегодня. Не-не-не, подожди. Я просто услышал, что у многих знаешь типа, что? Как это возможно? Как? Они стоят, они же играют. Еще раз, послушай насколько ты почувствуешь, насколько ты переживешь, насколько ты получишь ответ, зависит не от группы прославления, а зависит от лично тебя и от твоего личного решения. Скажи, это зависит от меня. Давайте мы громко скажем, это зависит от меня. Скажи, это зависит от меня напрямую. Скажи, это зависит от меня. Это зависит от меня. Знаешь, а я, я разделяю две вещи. Я хочу сказать, что... А первая вещь. Бог создал все стили музыки. Давайте мы скажем это аминь. Давайте мы скажем это, этом, скажи, Бог создался в стиле музыки? Не, ну Андрей, ну подожди, ну Бог не мог создать а, тяжелую музыку или или нет, он мог создать, он это все создал, просто для всех разных людей. Поэтому скажи, Бог создался в стиле музыки. И знаешь, это нормально, когда ты слушаешь не христианскую музыку, потому что есть музыка для души, а есть музыка для духа. Скажи, есть музыка для души, а есть музыка для духа. Скажи еще раз, есть музыка для души, есть музыка для духа. И знаешь, когда ты начинаешь в прославлении быть и в поклонении, у тебя есть определенный момент. Наш дух, он на сто процентов сразу, он сконнекчен, он сразу подсоединен к Богу, он имеет прямой доступ. Поэтому мы говорим, что он всегда с нами, мы говорим, что, что Бог, он наполняет нас постоянно. Но иногда мы этого не чувствуем, потому что наша душа, она, она находится на другой волне с нашим духом. Слышишь меня? Душа — это наши эмоции, это наши переживание, это наше мировоззрение, это наше определенное стремление, понимание. То, кто мы себя называем, мы есть. Это есть наша душа. И знаешь, я хочу сказать, как часто мы приходим на служение, и мы такие думаем, сейчас будет хвала, а у меня столько много тяжестей. Я думал, что мне будет так хорошо, но у меня проблемы, у меня кредит и он не решается. Послушай, у меня проблемы, я не могу сдать эту сессию. Я вот въехал в одного человека на машине, но ну, это я разрешаю, я этого не сделал. Но ну, и получилось так, что мне теперь придется оплатить все это. Я стою на прославлении и на хвале, и мои мысли все там. Послушай, вот это тот момент, когда твоя душа, она находится совсем на другой чистоте. Она находится совсем на другой плоскости. Она просто не, не понимает, что сейчас происходит. Она думает о том, что мне нужно сделать, что завтра будет, что будет послезавтра, куда я приду здесь, а вдруг, и потом бас, каким-то образом ты уже сидишь, и уже проповедь началась. Ты меня слышишь? Я хочу тебе сказать, что в прославлении и в поклонении, как образы жизни, тебе важно делать, научиться делать очень простые вещи. Это соединять твою, твою душу и твой дух в одно, для того, чтобы получить максимальный результат в хвале. Скажи, соединять в одно. Скажи, соединять в одно. Настраивайтесь, если тебе удобно на одну чистоту. Мы так часто слышим. Сегодня не так группа сыграла. И, ну, могли лучше, конечно. Ну, такое. Ну, я знаю. Могли, ну, все. А, а вот, а вот, а вот, ну, я, если честно, мне не нравится ее вокал. Очень сильно не нравится. Послушай. Я хочу тебе сказать, что фокус твоего поклонения и прославления – это не то, что ты сейчас переживешь прям в сию секунду, и что даст тебе группа отсюда. Это что Бог тебе даст оттуда. Как Он тебя наполнит. Как Он, как он тебе даст ответ, и ты получишь направление. Если ты для своей жизни хочешь переживать это по-настоящему, начни использовать Божьи принципы. Знаешь, я всегда говорю очень простую фразу всей молодежи, самому себе, своей жизни. Это как лозунг. Если все это не по настоящему, если все это я просто играю и делаю это как будто шоу, мне это не надо. Я хочу реального Бога. Скажи, я хочу реального Бога. Скажи, я хочу реальной жизни. И скажи, я хочу реального поклонения. Я хочу реального поклонения и прославления. Если это все просто игра, просто расходитесь и сидите по домам. Но я хочу, чтобы каждый раз, когда вы приходили сюда, поставьте себе такую планку. Поставьте себе такую планку, до которой так тяжело дотянуться. Вы думаете, она так высоко находится. Но начните ее ставить для себя. Что никто, никакая сила, никакая власть, ни люди, ничто другое не может сбить вас от того, что вы настроите свой внутренний магнитофон. Радио, извините. Старое слово магнитофон на правильную волну. Скажи, я настроюсь на правильную волну. И знаешь, я тебе хочу сказать, что это не всегда лег, легкая работа. Это не всегда будет просто. Это не всегда будет, как будто я вот пришел такой, о, классно, ребята, опять все круто, я вот все, все, я готов, давай, погнали». Вся власть, сила, все. Аллилуйя. Нет. Я тебе скажу, ты столкнешься с проблемами, ты столкнешься с трудностями. И это не Бог тебе дал. Потому что врагу твоему ему не интересно, чтобы ты смог соединиться с живой силой, которая может дать для твоей жизни выход, которая может дать для твоей жизни решение, которая может исцелить тебя, которая может поднять тебя, которая может поменять направление в твоей жизни и дать свежее откровение о его любви. Ты понимаешь об этом? Ему так хочется, чтобы ты пришел сюда и услышал в своей голове просто другие вещи, а что там с моим чайником? Завтра мне нужно сдать сессию. А я забыл отчет сделать. Это золотое правило. Возьми свой телефон во время прославления, поставь на беззвучку, положи себе в карман или вообще где-то в сторону, а потом его найди. Найдешь, не переживай. Если потеряешь, купишь новый. Аллилуйя. Скажите на это аминь, у кого еще нет нового телефона и очень сильно хочет на это. Аминь. Мало людей хочет новый телефон, как хотите. Я это был, был был вариант. Вот это лучше. Но я хочу сказать тебе, что в тот момент, когда ты начинаешь быть на служении, пусть никакой стиль музыки тебя не смущает. Но я не люблю этот стиль музыки. Я хочу играть только лишь джаз. Я не люблю, как они это делают. Не вопрос, что ты любишь. Послушай, вопрос, как Бог тебя сейчас готов наполнить в сию секунду. И он говорит: "Сие стою и стучу, кто отворит?" Я зайду и буду вечерять с ним. Я зайду и я помогу ему. Я зайду и изменю направление, дам ему возможность для того, чтобы он шел дальше. Просто открой дверь. Нет, но я так хочу, чтобы мои все вот эти вот дверки, они были закрытыми. Я нахожусь в своей ракушке. Я лучше скажу, что все вокруг виноваты, кроме меня одного. Что прославление настолько ужасное, кроме меня одного. Я хочу сказать, что... Начни, если ты считаешь, что ты лучше это делаешь, начни приходить в прославление и показывай уровень. Становись, знаешь, ступенька за ступенькой, уровень за уровнем. Я верю, что ты очень благословенный лидер. Но если до сих пор ты на кого-то в этом плане обижен, начни менять свою жизнь. Потому что ты фокусируешься на неправильных вещах. Потому что хвала — это не о музыке. Хвала — это не о том, даже что ты переживаешь всю секунду. Хвала — это не о том, как спели или как это внешне выглядит. Хвала — это да не о стиле музыки, и даже не о том, что тебе нравится. Не, Андрей, ну я так не хочу. Я люблю, когда мне это все вот максимально нравится. Я вам скажу, что одна из самых сильных э, переживаний в хвале у меня было, когда мы были на Западной Украине. Западная Украина! У -у -у! Извините, ну не, не, не в лагере, это было очень давно. Э, я был в маленькой, такой, знаете, традиционной церкви где мужчины сидели справа, а женщины слева. И все было так, вот, знаете, вот максимально-максимально строго. Но я скажу, что один мужчина с гитарой пел старые псалмы, но настолько это было сильно. Но я вам скажу, может быть, я так настроился. И 99% так и есть, что я был настроен на это. Но я хочу сказать, что это не нравилось мне музыкально. Это не подходило под мои вкусы. Я не люблю такие старые песни. Это не подходило к моему мировоззрению, но Богу все равно, что подходит сейчас для этого. Он говорит, я готов наполнять тебя прям в сию секунду, когда вокруг тишина, когда ты слышишь только лишь шум ветра, или ты слышишь, как дождь начинает капать, и ты понимаешь, что вот под эту музыку Бог наполняет тебя. Аминь. Ты такое переживал в своей жизни? Послушай, это для тебя важно? Ты принимаешь это от Бога сейчас? Послушай, начни пересматривать свои приоритеты в поклонении и холе. Потому что если ты хочешь, чтобы поклонение и хвала было образом твоей жизни, стилем твоей жизни, она должна тебя наполнять. А если ты просто приходишь и отбываешь все пять песен, сначала похлопал, может быть, даже потанцевал, попрыгал, потом ручки поднял, подумал о своем, потом опять похлопал, это не то, что Бог хочет. Знаешь почему? Потому что если бы он был бы вот тем вот Богом, о котором я тебе говорил, что я с самого начала думал, когда я еще его не знал, ему бы, может быть, это понравилось. Но Богу, который является своей сущности, хвалой и своей сущности поклонению, ему это не надо. Знаешь, это похожая вещь, как с десятинами. Если это не происходит искренне твоего сердца, если это не является твоим личным откровением, лучше этого не делай. Лучше перебери в своей жизни правильные приоритеты, построй в своей жизни правильные, правильные стены, и потом это начни делать. Я тебе хочу сказать, что. На сегодняшнем вечере хвалы я просто вам сегодня такой кидаю знаете, вызов, челлендж. Когда будет сегодня вечер хвалы, просто начни закрывать свои глаза, настраивая свою душу, чтобы она подсоединялась к этой же волне, где твой дух находится, чтобы Бог начал двигаться, чтобы все начало вокруг меняться, чтобы решение оно начало приходить в твою жизнь, чтобы твои раны, они исцелялись, чтобы Бог он мог наполнить тебя очень сильно, чтобы ты пережил его по-особенному. И это зависит не от этой группы, которая здесь, не от Тони, который будет петь, не от света музыки. Это зависит лично от тебя. От тебя. Скажи на это аминь. Скажи на это громкое аминь. А то мне такое... Аллилуйя. <связывая> 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 Знаешь, просто такое иногда бывает чувство, когда молодые люди, они очень тихие А я наоборот молодежь заставляю даже свою, говорю, давайте, нужно славить Бога Если они не слушают, я говорю, славьте быстро Шучу, нет, это шутка Но хочу сказать, что мы должны воздавать Богу всю славу и всю хвалу Люди на концертах, которые просто верещат просто так, потому что услышали трек, который им нравится они это делают так Музыка а я говорю, давайте воздадим Богу нашему славу и все, и молодежь. Давайте по настоящему это сделаем, Аминь. Аллилуйя! Wow. Потому что поклонение и прославление начинается лично с тебя. Послушай, ты думаешь только только а, афроамериканцы могут могут быть такими? Wow, 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 знаете, да? Нет, я хочу сказать, что в тебе заложена радость. И Бог говорит, что это непосредственно является частью Царства Божьего. Это радость. Начни радоваться. Это следующая тема, я не буду об этом говорить, слишком будет много. У нас еще три проповеди, я об этом не буду говорить. Но я сегодня хочу сказать, что просто запомни для своей жизни. Это очень помогло для меня. Потому что вокруг люди говорили, что у меня никогда ничего не получится. Я скажу, в 6 лет у меня обнаружили, что у меня связки не сходятся. И мне вокруг говорили все, доктор, люди, э -э, учителя. Э -э, они говорили, слушай, ты никогда в жизни петь не будешь. Ты меня слышишь? Они сказали мне, что я петь не буду. А знаешь, я маленький ребенок и говорю, я знаю, что Бог сказал, что я буду. Мне связки не сходятся. Тебе нельзя этого делать. Что ты делаешь? Я скажу, что, слава Богу, 10 лет, все хорошо. Десять лет я в этом бизнесе. Десять лет я продолжаю это делать. И я не хочу сказать, что хвала это важно. И если Бог вам пообещал, начни входить в его обещания. Но чтобы переживать, действительно, будь настроен на это. Даже если ты не понимаешь, почему они прыгают на этой сцене. Даже если ты думаешь, что эта музыка электронная, она совсем не боговдухновенная. Она не настолько благословенная, как другая музыка. Я хочу, я олень прагну до. Классная песня. Я ее так люблю, я вам серьезно говорю. Это просто. М -м -м. Красота. Послушай, Бог не разделяет это все на стиле, на что-то еще ему нравится эта музыка вся. Я просто хочу тебе сказать, чтобы ты настраивался правильно. Не смотрел на людей. Потому что, когда ты можешь посмотреть на людей, ты можешь пропустить момент, когда Бог тебе говорит. Алло, ты меня слышишь? Ты можешь пропустить момент, когда Бог сейчас хочет сделать что-то с тобой, а ты думаешь о людях. Поэтому это большое благословение лично для меня, ребят, говорить говорить вам сегодня. Я как бы, знаешь, открываю начало, но после меня будет, о, какие мощные спикеры я вам скажу. Я уже в ожиданиях, если честно. Потому что епископ Виталий приготовил очень серьезное послание, с которым он сейчас по Украине ездит. И я знаю, что это послание конкретно для молодежи. Это конкретное послание для молодежи. И вам это очень сильно понравится. И тоже, когда наш епископ будет здесь, давайте будем с него просто хлопать, будем поддерживать его. Это когда дань уважения, да, молодежь? И особенное слово от Тони. Я вам хочу заранее сказать, если вы вдруг можете остаться на воскресенье, Оставайтесь, потому что наша конференция, она будет продолжаться и воскресные наши церковные блоки, потому что не будет проповедовать на первом-втором э, потоке, это будет особое время. И если вам интересно, вы можете быть, вы можете слушать. Если вдруг вы не можете быть, ничего страшного, у нас будет онлайн-запись, вы сможете найти эту всю информацию на нашем YouTube-канале, э, пересмотреть заново. Но, конечно, лучше это быть здесь и пережить здесь. Потому что Он приготовил что-то особенное. Я вам серьезно говорю, что-то особенное. Хорошо, ребят. А, и я хочу, чтобы... Давайте мы еще раз нашему Богу воздадим всю славу. А, спасибо за ваше время. А, давайте еще громче. Раз, два, три. Подякуем еще раз Андрею за слово. Нагадую, что у нас есть телеграм-канал, и за всеми новинами мы обязательно следуем. А також о 3-й годині у нас буде ток-шоу <плес> в ньому братимуть участь Тоні Сазерленд, Віталій Веснюк, Андрій Барков. І знаєте, насправді я нічого не знаю, що там буде, і я вже чекаю знає, екстравагантних запитань, цікавих відповідей і неочікуваної розв'язки мене зацікавило. А тебе? <свят> Але спочатку у нас буде обід, тому бажаю всім смачненько поесть.